Я болел, мне не надо. Самый частый ответ на вопрос о том, почему люди не ставят прививки от COVID-19. Врач, отработавшая несколько месяцев в респираторах и костюмах химзащиты, без возможности выпить воды в условиях постоянного стресса, сегодня сделала прививку и сама предложила рассказать всем о ее решении. Почему именно она? Ведь врачей вакцинируют по всей стране еще с первой волны кампании. Екатерина Шеверова встретилась с доктором. Новочебоксарскую горбольницу в конце июня закрыли. 350 коек оказались изолированы от внешнего мира. Красная зона ковидного госпиталя. К такому развитию событий персонал больницы, врачи и медсестры были готовы. Коронавирус уже бушевал по планете. Врач-терапевт Наталья Анатольевна, не задумываясь, вошла в палату ковид-положительных. Через несколько месяцев она сама оказалась на больничной койке. Диагноз – коронавирус. Когда появилась вакцина, она в первых рядах пошла ставить укол. Страх повторения болезни взял верх над остальными доводами «за» и «против». Мне вакцинация была противопоказана. Но тем не менее, еще раз говорю, те дни, месяцы, которые я прожила на больничной койке, дома, болея, я поняла, что я не хочу повторения этой болезни. Я хочу жить качественно, я хочу прожить так, чтобы я не сожалела ни об одном прожитом дне. Болеть Наталье Анатольевне было вдвойне тяжело. У нее порок сердца и бронхиальная астма. А тут еще и COVID-19 ударил по легким. Те люди, которые не сталкивались с этой проблемой, я всегда говорю, возьмите один раз полотенце, попробуйте немножко придушить. И посмотрите. Вот если вы пару минуточек, вам недостаточно этого кислорода. А люди к нам поступают уже не первые сутки болеют, не первые сутки задыхаются. Не понимаю людей, которые не идут на вакцинацию для того, чтобы прекратить этот поток заболеваний, для того, чтобы остановить эту инфекцию, для того, чтобы дать нам возможность жить в привычном режиме, для того, чтобы мы ходили в белых халатах. Сейчас доктор Артемьева не скрывает, она пропагандист медицины 21 века. Она за прививки. Собственный опыт лучше любых листовок. Между тем, за истекшие сутки в Чувашии 57 новых случаев заболевания. В регион доставлены 36 600 доз спутника ВИ и почти 8 сотен ампул КовиВак. О работе пунктов вакцинации можно узнать на официальном сайте Минздрава. Его адрес сейчас на экране. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Республика.